Это специальный кавер, который будет посвящен самому Аслану Насибову, который скоро будет самым богатым студентом. Обладает NHL Money. Поддержите лайком. Поехали. На столе пятерка, не консоли. Вышел альбом, свод, будто бой из шумба. Кимберлый винтажный шмотка, такой новый. Эта сука разбегает, будто Эрбонда. Спим на стейдж, мы сегодня пифером. А вокруг и малышки, будто сейчас в роддоме. Я бы не связан транспортом, у меня и мото. Просто я хочу быть невыдуманный образ. Чем мой в жизни, тебе такой хаос. У меня есть бабы, облак, доктор Хаус. У тебя что убил палки, гос стреляет. И меня убило то, что я это считаю. Слышь, заедел на пати, весь дизайнер. На метеоархивы, блин, я бухгалтер. Также они смотрят на меня, будто сделал сальто. Сейчас ты тушь звезды, как и сделал Спанч Боб. Мое шоу будет на стадионе, как в спол. Я сморозил вокруг, как на огоне каток. Просто я скажу гладко, висишь слайды. Нельзя на кубы Стэнли и просто бросаешь шайбы. В рукаве из туризма, это моя I-Team. Я не играю с тобой игры H-Fi. И занят мыслями, как заработать эти деньги. Это слоган фэка, fuck you and me. Вчера поднял 40к, ну кокей. Чё ты базаришь, я не знаю, чё фиги. Даже траппер у меня голос, дети, а. Я никому не должен на угли кредит. Речи и базук, у меня все брика, эй. Крипнул пацанов и считай RLP. RLP, ха-ха, я раздавал свой гардероб, своих этих не жалко. Вообще я не могу сделать музон бабу нормально. И сейчас рублевки, но со мной две девки, так и нормально. И Месса Мэг, батя говорит, сын поднялся. А большие бабки не поднялся. Мне 20 и почти мне баста. И это мы живем, не нужно выдумывать барс. Так что как получилось, это было очень сложно. Не знаю, понравится или нет, поддержите лайком.